באמת להגיע לפה? פשוט שווה. וואי וואי. אבל גובה גובה, יו. וואו, וואו. וואו. Это вал читать, если мы ехали на машине, он это все фотографировал так. Вау, 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 он действительно профессионал. Профессионал, да. Как вас зовут? Натан. А, Натан. Я надеюсь, что они еще здесь мои. А. Я не хотел платить, я говорю, потому что я в прошлый раз поднимал, говорю, что мне делать надо. Ну да. А вы знал бы, если бесплатно, я бы поднялся без них. Ну. И каждый раз я платил. Вау. А у вас этот... Да, оказывается, я как шофер. Ну да, да, да. Оказывается, они дают, оказывается, бесплатно, понимаете. Но ничего. Будем. Ну да, в Израиле тоже так. Будем на следующий раз. Знать. Будем знать, да. На зло интернета нету. А, нету здесь? У них нет. А. Я ставлю на хату. А, кен? Зима, ты мруим, зима и овцы. А, йоу, дай валют по. То, ну я могу тебя столкнуть вниз. А здесь еще идут с парашютом. А, да? Да. А, окей. Ты хочешь с парашютом? Все, беседа. С парашютом. Пусть будет с парашютом. Недорого, 170 евро. А, ну. На человека. Да, в Израиле дороже, кстати. В Израиле намного дороже.